В это воскресенье юристы отметят свой профессиональный праздник. Стоит отметить, что в Кыргызстане за годы независимости тысячи людей получили юридическое образование. До сих пор юриспруденция входит в топ самых популярных профессий в стране. А Кыргызская государственная юридическая академия за недолгое время своего существования стала настоящим альма-матером для многих представителей этой профессии. Профессиональный праздник юристов Кыргызской государственной юридической академии награждают лучших преподавателей. Грамоты, денежные призы сегодня получили не все, но достойные. Юристы – профессия сложная, но и благородная. А академия является альма-матером для сотен и тысяч будущих защитников права. Наша профессия очень нужная, трудная профессия, благородная профессия. И много стране правопорядок, законность зависит от нас, поэтому я желаю всем коллегам крепкого здоровья, профессиональных успехов, самого-самого хорошего и побольше удачи в работе. Эркин Көңілқұлов – один из преподавателей вуза, бывший сотрудник МВД, некогда изнутри знавший все тонкости криминалистики, сейчас обучает своим знаниям студентов. Преподаватель говорит, что теории, какой бы она ни была, всегда мало, поэтому старается акцентировать на практике. Поэтому наглядное пособие здесь самое разнообразное, начиная от пуль, заканчивая муляжом взрывчатых веществ. Комплекс создавался для того, чтобы студентам объяснять не на пальцах, как это принято в других вузах, а чтобы они вживую могли увидеть, с чем им придется работать, как им придется работать и для чего это нужно. То есть задача преподавателя не только дать знания, но и привить умения и навыки. То есть, если человек прочитает, как дактилоскопировать преступника и дать ему инструменты, он не сможет дактилоскопировать преступника, потому что у него нет навыка. Надо сказать, преподавательскому составу в юракадемии уделяют большое внимание. Среди 400 преподавателей есть и опытные теоретики, и те, кто трудится в судах, госучреждениях, МВД и прокуратуре. Мы ведем занятия. Все наши учебные материалы, они отвечают компетентным подходам. Это буквально в течение 2 лет мы разрабатывали все материалы, готовили компетентный подход. Он готовит выпускника как раз вот на стадию вот работы. Да? То есть наши выпускники отвечают всем требованиям работодателя. Кыргызская государственная юридическая академия была основана более 10 лет назад, но за короткое время достигла больших успехов, став одним из лучших вузов страны. Оснащение и оборудование в академии соответствует высоким требованиям современности, а выпускники вуза, как показывает статистика, в большинстве случаев трудоустроенные. Зарема Мусаева, Бекназар Ширмамбетов, Общественный первый канал.